Огромный выбор лучших бесплатных онлайн-игр на компьютер, а также приложений на ваш телефон. Оценивайте прямо сейчас. Ссылка находится в описании к видео. Просто повторяем, что имя Бога. Оно звучит очень просто. Оно состоит всего из трех имен. Мы повторяем так. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна! Харе, Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама, Рама! Харе, Харе! Меня уже зовут Сергей, я уже где-то 6 лет повторяю. Вообще, не скажу, моя жизнь как бы на месте. Даже как бы жизнь каждого, кого вы видите. Если вы просто попробуете, Я так стрёмно выгляжу. Жизнь меняет. Почему встала? Просто, пожалуйста, поверьте. Просто повторяю эти святые имена, ваша жизнь кардинально изменится. У вас очень просто. Не теряйте время зря. Сделайте что-то серьезное. Привет. И что можно сделать серьезно? Что тут происходит, интересненько? Попробуйте обратиться к Богу. Если вы не понимаете тот язык, на котором мы это поем, попробуйте как-то обратиться к Богу. Просто обратитесь к Нему, как вы его знаете. Может быть, вы его знаете как Аллаха. Может быть, вы его знаете как Отца Иисуса Христа. Или вы верите в Иисуса Христа. Может быть, вы верите в какого-то святого человека. Я вас прошу, просто не забывайте, что ваша жизнь, человеческая жизнь, предназначена не для того, чтобы вы уподоблялись животным и просто прозябали в своих днях, а для того, чтобы вы взывали в молитве Богу. Мы вас очень просим. Пожалуйста, помогите нам. Помогите нам, пожалуйста. И благословите нас на то, чтобы мы продолжали воспевание. Потому что вместе с вами воспеваете святые имена, мы видим, как мир меняется к лучшему. Как реально все меньше становится боли в этом мире. И люди избавляются от голода. Мы также помогаем в этом. Каким образом? Мы составляем духовное знание. У нас вот есть книги, вы можете их найти. Такие книги, мы раздаем эти книги. Пожалуйста, обратите на них внимание. Мы даже не просим вас их покупать. Просто обратите на них внимание. Не надо сразу отказываться. Просто обратите на них внимание. Просто откройте их и почитайте хотя бы одну страницу. И вы все поймете. Вы все поймете. Хорошо? Нет, я вот думаю, может быть, с ними. Просто повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Рама. Мы желаем вам удачи. Пускай сегодняшний день для вас станет лучшим. А завтра вы начнете жить немножко по-другому. Лучше, чем сегодня. Это ваша рука. Это только ваша рука. Не, я нормально, добрая рука. Ну, красивые тёлки. Я люблю страдные. Они на ВДНХ часто бывают. Они сладости всякие раздают. Я, наверное, походу, сейчас не успела на сладости. Хорошо, всё, я думаю, что я... Харе Кришна. Пури, да? Чего не пури? Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна Кришна, Харе Харе. Все, ладно, ребят, давайте, пока. Друг Кришнаит. Ой, я вообще про это ничего не знаю, если честно. Но они очень добрые, они угощают сладким. И все. Я люблю сладости. А, я не успела на маршрутку. Пока-пока.